Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои? Пробудился! Скрепите свои сердца. Ваши души вытянутся тысячи сон. Увидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Мартас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фондринг. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Его было очень трудно, и я подверг его душу мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Так, я здесь. Сейчас Кал придет, раздаст всем каски. Сейчас собьем трэш, поставим заново шкаф. Завела для тверка. Раздавай кулак. Все, можете обрить трэш. А каску бы еще дать. Раздает каски, развела ты кулак. Жозефина крест.
сдался. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Дайте булочек. Что ты мне Джейн кидаешь? Это за что? Не, нет у меня столько. Че он там предлагает? Пари или че? Ладно, давайте ставим шкаф. Еще аркана какой с приколем. Где нам рад, оставь шкаф. Все, все здесь, давайте раздаем бафы. Маги, друиды, паладины. Чек. Купите фласки на леди чек, но не будет фласок минус 500 ЕП. Обменяю одну фласку на ДД на СПД, ребята. Так, все подтвердили готовность. В целка танка мне обязательно. Заходим за линию. Акма. Макроса, начинай. Да,
танки начинают разбегаться. С вихрь. Беги, малышка, беги! Стойте вы за звездочки. Милите, шипы бьют РБД босса. Вон три шипа в центре возле звезды. Снова же выходите. Сейчас возле звезды будут шипы. Три шипа возле звезды. Ходите быстрее под босса. Сейчас шипы будут. Новые шипы. Хлам выпал какой. Сейчас я сбегаю быстро в Огримар, чтобы купить фласку. Ты кто, какой класс у тебя? Это ДД. У меня есть на СПД, я могу обменяться. Есть кто? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной... На СПД, если есть лишний, продай, пожалуйста, мне. Извиняйте, вы... Сейчас я быстро в Агримар пойду. Код СПДшный был бы, да? Чукарик, если тебе не надо ЕП, можешь не пить, ты быстро пустые ЕП и все. А какие плоски самые дешевые? На Монарек, допустим, у вас брать. На танк, наверное. На Монарек, на танк самый дорогий. На Монарек? Ну вот, его можно купить. На танком, да? Совсем. Ну можно, да, можно, потом все равно будем голосовать за это. Какая разница. Для нашего господина нет ничего невозможного. Так, бегемен спекайся в танка, два бедока слева, протопал справа, будешь трэш бить. РДД справа. Как протопал еще ману регенить? Мелики слева бьют трэш. Паладин из пула сливаем капли. Божественный щит и ПКД сливаем во время боя. Совы, звездопад. Убираем защиту от темной магии и все. ДК с пула прожимаем антимагический щит и ПКД его жмем до контроля. Поставьте шкаф. Приоритет контроля. Сначала вары, ретрики, роги, ханты. Совы, потом все остальные. Кармила, ты где? Я за фласку полетела сейчас. Тебе надо что-то с леди? Вообще, да. Или нет, не помню. Да ничего не падает просто. Давай без тебя попробуем. Ну, мне сон пришел, сейчас я портнусь. Ладно, тыкайте на сон.
чел предлагает стак сранита за то, чтобы ему отрелили 10 хэм. Ик. Да, эссенс на супер дым. Ну, в этом сын приехал или что там говорил, по-моему, отошла. Ладно, тогда. Давайте в трэш. Блин, я шестой палец обновляю на шестом мобе. Это 6 секунд, а у него фулл хп. Плохо. Контролим сейчас игроков. Так, квадрат в музы контролил. Трусы контрольте. Давайте в трэш. Девятая секунда, у мобы 200 кхп. Проклятие, супердру. Контролим игроков. Трусы, вихрь. Переводим профаш, бля, не проф, а леди пока что на полную акма. Сейчас выйдет трэш, сыграем его все. Пошли играть в трэш слева. Тоже выходим, от духа отбегаем, а у Е не кастуем, когда кто-то в контроле. Сейчас будет контроль духи. Бежали от духов. Иди постоянно леди, когда духи появляются. Убегайте от них. Контрольте мили зону, квадрат надо законтролить. Квадрат. Войд, поднимай баша, супердру Менска. Отбежали от духов. Давайте фулбаф, рестобаф лапу, каску, помогу и вару. Играйте в трэш, отбегаем от духов. Сейчас будет новый контроль. 2 секунды. Сбежали духи Мелизона. Так, квадрат законтролил. Контрольте трусы. Служи выходим. Зубы не спалить. Иди на другую сторону, леди. Уводи леди оттуда. Трэш с другой стороны сейчас будет. Отошли от духов, играйте в трэш. Новый контроль будет. Так, контроль сейчас будет. АУЕ убрали. Уводи, служи, леди. Так, квадрат, трусы законтролил. Контрольте луну. Квадрат опять надо законтролить. Выводи леди, два духа в мили-зоне. Три кнопки, глыбу прожми. А, у нас БДК вылетел, оказывается. Сколки кто по очереди первым? Я пока не могу прочитать это заклинание.
Привет. Там слотов, я так полагаю, что нету? Да. Нет. Ну, будет еще целка сегодня. Давайте, кто умирал, надо человека забафать. Подождите. Хорошо, ульду не будем сегодня добивать. Потом. Что за фигня? Черепная волна не могу подтянуться. Сколько вы вчера в льду ходили после резки? Да, 23-30 собрали. Там 22 человека было, 23. Начали отваливаться люди. Короче, лучше не собирать в льду после 11. И далеко еще пошли? До Фрей. Обрыгались на Фрей. Ну, блин, там минус 5 человек, хард мод, медленно сливай трэш, долили первый трэш, вышел второй. Что там не знают люди, что делать надо. Там человек 5 знают, остальные никого не знают. Стоят в небо, смотрят. Ты, по-моему, в льде до связки постоянно сходил еще, когда вот обнову на фрейю только поставили. Это в первый рейд, по-моему, там было все. Кто меня вышел? Что же там? Хотел ранен взял, сел в чей-то чопер. Аспиранте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Эти фласки. Бугимен, Витербол, Минск, Спирдро. Давайте, кто меня передпсит, короче, сейчас. Я понял, это забавился. Кто меня передпсит, даю, короче, две рунические сферы и две сферы рыцаря. А ты на ком? На мне есть фласка, что-то Адон у вас, короче, кривой. На пол ритуса, давай, ты мне банкротишься? Нет, одному, кто первый будет. Ты это на этом боссе, что ли? Олег, кикни его, если никого не обгонит. Чего кикать, что-то он танки, наверное, больше надамажит. Видишь, что там корабли убил? Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь!
короля лечу! Не достаю, слишком далеко. Так-то, никто не сравнится с папой Войдом. Конечно, перелететь на том корабле, звездопад, да, нормально. Ну, Мурадина, наверное, первый, да? Да не, Мурадина, я там лунный огонь только два раза кинул. Блин, я там умер. К сожалению. Закашлял? Олег почти передамажил, он мне что-то спугал, это самое, не знаю, что он там делал. Ну, ведь ладно. Ты бомбы развешиваешь на этих оружейников, и все, ты там никто тебя не переманит. Да не, у меня просто... Меня откинула бомба вниз. Я почему-то умер. Я должен был портоносцев на корабль. Да не, мага-то я не придамажу. А запускать будем, нет? Ничего. А, бег же. Давайте делать ставки, сколько я дам свой. 17 или 18? Давайте. Лапу, интеллект, каску, крест по престу. Вот кто 15 написал, это гомики, блядь. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим это... Осколки кому-то надо? И во славу короля лича. А кому ПС-ка уходит? Никому, не кидай никому ПС, истерию тоже никому не кидать. Да, все равно мне 18, больше 18 не дать, так что давайте мне ПС. Все равно. О, Гутербол, спеккайся, Венха. Что там, блин, горите сколько там? Да хера еще. И хила пойдем. Да и нарвает по кутербову. Спасибо. Тебе хватает или еще дать? Хватает. А ДД флешка есть у кого-то? Кто даст ДД флешку? Кому обмен? Что дашь, ну? Кто там танкуете? Все, не дали. Хрена вы бомжей вызвали, бля. Вообще не профи. Как будто Войд пошептал. Все депрессит, Вань. Умрет, не умрет. Угу, тот умер. Земля обогрится вашей кровью. Я пока не могу прочитать.
земля обогрится вашей кровью. Ну смотри, почти 18 дал, да? Нормальный пацан. Ебать. А я говорил, что банк больше, чем супер. Говорил? Походу он снимает топовый вар. Ну, пулпер в трэш 50 дал. Больше в два раза, чем баш. Я понял, что не выиграй, начал в трэш. Стой! Стой! Певчий, я думал, что ты кинул это на токен. А что, ты расстроился, что ли? Не, так воля мне тоже нужна. Да, я топанул. Сейчас переволю. Секунду, подождите. Я кинул токен, рулит один рога. Да куда мы, странно. Еще раз токен, кто там у нас? Сейчас. Лай. Кто токен рулит? Давайте заново. Не, токен не надо. Что там, воля? Теперь кидаем ровно волю. Мудвейна передаваем. Блин, без понятия, как Карпич дал 19200. Да ты трэш просто не бей. Нет, у него в трэш было где-то, ну как у меня же. Там под сотку. Ну тут трэш не очень тоже били. Ну которые из мили выбегали, их не били, а которые мили били. Ну, Кугимен 19 тысяч за алхолика, тоже нормально дал. Ну, Кугимен перепередил Джерена. Что-то Дима все ломает и ломает. Да Джерен не фуловый. Да, это его останавливал. Жили на ДК 5.7 там. Какой общий ДПС? У меня волю отобрали. Кнопки ты будешь рулить в сапоге?
Живал, чате пишет, идем с Дискорд, где рейд? РК тоже нормально, чё? РК не будет с завтрашнего дня. Да, после выборов президента в Украине. Запретят, да? Прикинь, РК запретят. Не запретят, а там сказали, что его закрывают навсегда. Так это у вас? Кто, разработчики РК сказали или кто? Разработчики РК, зайдите ВКонтакте в официальную группу Raid Call. Да это фейковая группа. Это, наверное, шутка. Ну, закрою TeamSpeak, войдем, чё проблема. Он даже вроде качество лучше. Прикольная шутка, но НАТО уже нельзя делать. Классно. В смысле? Что, TeamSpeak уже нету тоже? Тебе про РФРК. Ага. Аккаунты не регаются, в РК донаты не убрали. Прикольная шутка. Уже две недели. А если в Украине кто у нас бы в РК нормально работал, может быть, там и сидел бы еще. А то заходишь там через VPN, оконченная, грузится по 5 минут. Вроде Марат шутки скидывает, хорошие видосики. Я даже посмотреть их некоторые не могу, потому что полчаса грузится. Как дела? Боже, пожать надо было. Надо было тотем на силы природы поставить. Так вот, да, не 15 сантиметров. Ты минуту прожимаешь, да? Ну вообще, ты не, не прожимаешь, да, даешь 18 и дохнешь на хилиги хилиги. Где ловушка? Да пускай стоят там, а? Ну, пусть там сдох. Между боссом, говорит, между нами и боссом, говорит, есть трэш, ну и похуй, говорит, пусть там сдохнет. Вовчик надо. Я думаю, тут Трихела тоже захилят, тут хорошая связка. Я уже скопнулся. Так, слева от босса Кормила, Хмели, Сунели, у ворот Войд, Певчий, справа от босса Фокус Хира, Ледяной Мрак, позади босса Три Кнопки и Минск. Дайте бафы по роге, пожалуйста. Флаг по роге. Чек на пол. На звезду кулак. Розовый лад, кулак. Есть кулак. Макрис на пол.
Идите, пожалуйста, за лужи, мы всегда держим 8 метров друг от друга. Кошем, сними эту болезнь. Молодец. Боже, справа от босса демон. Что дальше отбегай, блево, когда сейчас будет? Боже, под боссом. Жозефина Бабл. Он под боссом, говорю, под воротами. Слева от босса лужи, фростон глыбу прожми. Ближе босс, к боссу стой. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починю... Слева от ворот уже. Ой, да хилим. В мелизоне сейчас будет большой слизень. Тучка кормила, ход в тень, если работает, это еще, я помню. Справа от босса лужа демон. Демона хилим. Беги от лужи. Сейчас будет левота, набери дистанцию. Кормил, уйди от демона. Ты видишь, что надо 8 метров набирать дистанцию. Отличные новости, народ. У ворот лужа. Набирайте дистанцию. Что-то не упал. Нахули пало. Дело. А что про Тучу еще раз было? Повтори, пожалуйста. Колено танка, тело нахули пало. Пола набираем, до пола, точнее, дистанцию набрали на тухлом. Кружочек, квадрат, сбегаемся. Сейчас я зайду в комнату и начну. Убирайте дистанцию. Левота будет на 3 секунде. Все готовы. Поем. Бьет 5 человек вместо 3. Уберите дистанцию.
супердрот отнеси в квадрат, а я в кружок. Время не тратил я зря. Сона Фурика МДК. Что оставил твой мясо? Я его даже чувствую. Не было головы. Кто это просил? Ну, кто-то просил по фану взять. Сейчас дам тебе. Так, Кретрики, вы сесть ради на диван. Тоже тестил. То есть если человек кинет диван на танк с дебафом, босс отхилится, да? А насколько отхилится? Ну ладно. Будем тогда по 8 стаков забирать и хорошенько хилиться и давать деф. Ханты пускай воровать там. Любой воровать. Я думаю, Войт умеет. За секунду до дебафа надо под ЛБМ таунтить и все, отбегать. Ледяной мрак. Проклятие косноязычие на панели есть у тебя? Кидаешь на двоих слизней по КД на переходках, на каждого слизня. На переходках все идем под стол, потому что сейчас слизень любого игрока выбирает. Неважно, какой у вас дебаф. Потом уже бьем по дебафам своим. Крест по ханту. Так. Дали крест. Дали крест. Пей столик, Джозефина. Отличные новости, народ. Придется стопать здесь. Блин. Стопайте по боссу. Стоп по боссу 86. Я вижу. Супердру, хотай куклу. Юленька, щит по кукле.
Играем сейчас зеленого слизня. Все в зеленого. Нет, лужи там так не повезло, короче. Ты и так пока. Так, переводим босса. И все к столу идем. Все к столу. На ком красный к столу. Ждем выбора цели. Так, на мне один слизень. Подумал два. Давайте, играйте. Зеленого. Сейчас всех откинет. Мы идем в центр. К кукле. Где кукла стоит, все отходим туда. Отходим туда. К кукле. Быстрей. Смена цели зеленого. Бежались в череп. Красный. Красный. Смена цели красного. На Войда идет. Боб кинул, молодец. Отбегайте от зеленого. Отбегайте от зеленого. Дим на отхил уже КД. Ну, скажу вам, повезло. Хорошая реакция этого паладина сейчас была. А там он не задел, я скорость прожал на коте. О, тоже хорошо. Ну, еще там три раза цель менял зеленый. Никто не умер, к счастью. Третий красного. 1% хп был у Войда. Зеленый. Стали в звездочку. Сейчас в звезду пойдет три пельмени, отбежим вправо, отправо, отбегаем. Видите, как звезда побежала. Звезда не словила дебаф, если что. Давайте, сбежали со зеленого. Пельмени. Так, 45%. Бежали пельмени. Милики, бейте босса. РДД, слизня. Должны перевести. Ну, успеть. Надеюсь. Лучше слизня помогите. Слизня, играйте. Ну, тут 500к осталось. Смена цели. Добежали от красного, добежали от красного. Добивайте быстрее. Переводим профа. Переводим профа быстрее. Все, давайте все к столу. Все к столу. Ждем смены цели. Выбор цели, точнее. Все, играйте по дебафам своим. Давайте просто. Откинет вас от зеленого слизня, сбегайте звездочку. Звезду сбежали, с зеленого отбежать. Зеленого отбежать. Сбежали с череп. Красный ускорился. Меняет красный цель. Отбежать от него. На Юленьку Боб. Отлично. Нормально, сейчас убьем. Все убили. Главное, сейчас убегаем от пельменей. Бьем профа. Так, супер. Друг, поднимай еще карика. Карик, вставай. Джозефина, таунти босса. О нет. Сюда поймала дебаф. Колба, одна секунда. Пельмени. Как получишь четвертый стак? Дашь саку. Хорошо.
Сейчас посмотрим, как будет бить. КД? О, ладно, бьем так. Так. Ну, по 15% хп проседает рейд на 7 стаке. Защитник. Жозефина, дай крест по хантам. Ваня, ты тут уж? Да, там убили, захожу. Пожалуйста, мастер спал по звезде. Давайте по ДБМ возьмем сферку. Не берите сферу сейчас. Давайте, подойдите все к сфере. Или... Пол рейда трупом будет. Берем. Ну, как-то взял ее. Петран взял. Ну, Рогаран, молодец. Рога 5.8 зарешает сейчас. Ну, он будет нормально. Либо пофиксили эту фишку. Консоль, да, гнев небес, играйте в тактиков. В звезду играйте. Звезде, давайте молот правосудия. Полпулка сейчас умрет. Ну, на двух танках стан. Ретрики, станьте этих тактиков. Все, наверное, хватит так агрить. Пойдем сейчас за контролем. Поднимите пулпера. Раздвинем. Так, звезда, розовые латы, камелы, кружок. Идем контролить мы. Покаяние на звезду. Класс. На звезду кидает покаяние, и по этой звезде протопал кидает точечно длань. Молодец, протопал.
Это убили мобов? Сейчас троих убиваем. Так, ты просто написал, что поднимешь, я уже не стал ресаться. А рес не приходит. Бой сейчас. Сейчас убьем двоих еще. У него не было просто боя. Три кнопки вылетел, да, походу? Нет, он сказал релогнит комп, у него пинг вырос. Должен релогнит комп. Кушайте рыбу. Кинетики, хмели, сунели, кресты. Так, давай Джозефина на Келесете, Акма на двоих, на Акма напуливает Калдорама. Пошли. Так, сразу набираем дистанцию. Дайте пристабаф, хотя бы дух бафните. Блин, у меня уже регги кончились. Присты бафните. Сразу набираем дистанцию, будет вихрь. На вихре Джозефина даешь Саку на первом вихре. Тоже пошел, да? Без понятия. Без него побьем. Тердру, Хан, чё вы стояли же нормально справа от приста, подошли в центр почему-то. Их станцию. Моя чаша темная сфера сделала меня неуязвимым. Пришли келебить. Кто там бомбу кинул на Келесета, вы ж знаете, что ему надо обновлять? До конца боя обновлять, Вань. Так конечно. Ну да, сверки собираешь. Да нет, с одной бомбой она не сахарится разрядить. Сагрела, видишь? Давайте рост. Полшага отведи Акму, он сам. Дистанцию набираем. Лаванар будет и сразу вихрь. Кинетика, помогите кинетику подбивать. Сейчас Сакуру прожмешь на вихре, прожимай Сакуру, дистанцию набрали. Это ГП.
Сона Приста. Да, вроде да. Ну, тебе нет, не подойдет. Совена перед меткости. Лаймон, ты куда пропал? Все, все, я пришел. Из одного лука. Жерела. Вуди. Звездочку ставлю, кто не играет. Ну сейчас эти не так играет. Здесь тут люди еще. Что-то, что с ними случилось? У них онлайн все время 15. А, наверное, перешли. Мне так уже не весело играть. Нет, в самолете мне когда будет, у вас кончится.